Всем привет! Хочу реабилитироваться за свое долгое отсутствие и показать ножи, которые сегодня можно уже купить на моем сайте. Значит, это Ontario Red Model 1. Мудрые ножи я решил немножко на потом оставить, заняться популярными, многими любимыми ножами и брендами. Первый мой нож — это Ontario Red 1. Вот. Дальше будет и спайдерка, и бенч, и все, что у меня есть в наличии, и, соответственно, какие-то другие модели. Здесь у нас двухцветный G10. Также можно заказать любые другие цвета, связавшись со мной. И все, что есть в наличии, можно сделать уже. Рисунок будет такой же. Вот, все, что нету, можно заказать и, соответственно, также сделать. Вот, здесь у нас на цветной накладке плохо виден рельеф. Из-за этого я покажу сейчас черные. Они более такой цвет классический, соответственно. Здесь рельеф тоже у нас лучше виден. Вот такой вот узор, вот такой вот рельеф. Накладки у нас имеют скругление, такие округлые. Вот так вот все это дело выглядит. Вот. Можно обратить внимание, что накладки очень тоненькие. Это был моим, скажем так, основным приоритетом, потому что нож Ontario Red достаточно такой немаленький нож, тяжелый, и вешать сюда какие-то толстые накладки и утолщать его, утяжелять его, ну, это было уже некомфортно носить его в кармане. Вот, и, как говорится, крест ставить на кастомизации. Я все-таки выжал все соки. Здесь максимум 3 мм в этой накладке. Если сравнивать ее с заводской, сейчас мы приложим их друг к другу, получается, что они где-то одной толщины. Вот так вот, надеюсь, на видео будет видно. Вот так вот все это дело выглядит. По крайней мере, я могу гарантировать, что мои накладки не больше 3 мм. Но это достаточно тонкие. И при этом есть рельеф, есть удобство. И ничего не режет, не колет, не наминает, не впивается. То есть здесь все сглажено, все проработано. И когда берешь в руки эти накладки, нож с моими накладками, ощущения, конечно, от ножа абсолютно другие. Лежит намного приятнее, увереннее хват, рука никуда не скользит. Вот. С заводскими, конечно, не сравнишь. Небо и земля. Вот так вот все это дело выглядит. Ну, это первая модель. Как я сказал, она будет у нас называться Enzo. На сайте моем она тоже под именем Enzo, под названием. Вот. И цену тоже вы можете там посмотреть. И второй ножик, сильно похожий на Enzo, но здесь двойная насечка, и это получается у нас двойной Enzo, что ли. Но я его назвал Enzo Duos. Вот так вот все это дело выглядит сбоку, сверху. Вот. Также можно заказать других цветов. И вот так вот это все дело выглядит. Оба ножа мои. Один вот этот вот постоянно используется. Вот второй новенький, абсолютно новенький. И сидят ножи, накладки на ножах абсолютно без проблем. Не надо ничего подгонять. Купили, перекинули винтики, поставили новые накладки и все. Винты все стандартные, все подходит четко. То есть проблем абсолютно нету с установкой. Цены можно посмотреть на сайте. Вот. Также на сайте действует скидка сейчас, так как магазин новенький. Хоть и все материалы, все покупается за рубежом, все за доллары. Но пока все равно мы стараемся все это дело сделать подешевле, насколько это возможно. Вот. Регулярно будет появляться, по возможности еженедельно будем стараться проявлять. Изготавливать новые накладки на новые ножи, и следите за каналом. Надеюсь, будет интересно. Вот. Кому нужна какая-то дополнительная информация, может связаться со мной через сайт или в комментах, или в личных сообщениях, как удобно. Вот так вот. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.